Здорово, ребят, с вами Илья, и это очередное наше видео с тематикой PUBG для наших телефонов. Сегодня будет немного новостей по игрушке Rules of Survival, плюс хочу сделать небольшой опрос для вас. В общем, поехали. Начнем мы, пожалуй, с обновы, и недавно в игре Rules of Survival появилась новая крутая локация, где даже есть немножко элементов снега. Игрушка выглядит реально здорово, бодро, я уже ее тестил, она мне реально очень зашла. Также, помимо карты, в игре добавили еще и скоростной режим, где все действия происходит весьма быстро, и мне, кстати, тоже очень понравилось. На самом деле, надоело как-то вот так вот с телефона долго играть, и вот этот режим прям самое то. Ну, так вот, такие вот хорошие новости у нас по Рулсу, и есть немножко плохие новости, опять же, по этой игрушке. Ходят слухи, что разработчики официального PUBG подали в суд на разработчиков Рулса, и вот, мол, они все скопировали, и, возможно, даже игрушку закроют. Я уж не знаю, чем там дело закончится, хочу сказать, что надеюсь, что все будет окей, что игра все-таки останется, потому что она мне, ну, реально тоже очень даже нравится. Ну и, ребят, есть такая идея сделать небольшой опрос среди моих подписчиков. В общем, ребят, напишите, пожалуйста, какая игрушка вам больше по душе, официальный PUBG или Rules of Survival. Мне будет интересно увидеть ваше мнение. Также я решил немножко свести две картиночки, чтобы вы вообще визуально могли эти две игрушки сравнить и выбрать какую-то одну из них. Вообще, лично мне обе игрушки нравятся, каждая по-своему, есть как плюсы, так и минусы, поэтому интересно, что думаете вы по этому поводу. Ну и также, ребят, гоу, пожалуйста, Лукас, и если сегодня будет много лайков, то обязательно стрим по одной из этих игрушек на днях сделаем. Ну и будем на этом на сегодня заканчивать, до скорых встреч и пока.